Ребенку, которому сегодня 9-й день, болел животик. И я просто начала петь. Петь молитву. И он успокоился. А на слова «Хлеб наш насущный, любой свет Твой, Господи!» Он начал улыбаться и засыпать. И все утихло, и я вновь убедилась, как слова молитвы, произнесенные, или вы их поете, действительно имеют очень сильное воздействие, ибо они несут энергию безусловной любви, которая исцеляет, нейтрализует то, что нужно нейтрализовать, деструктивное, и напитывает клеточки энергией безусловной любви. Раньше я применяла пение молитвы для себя, для своего исцеления боли, возникающих души или физического тела. А сегодня вот впервые применила этот уникальный инструмент для утешения младенца. Всех благ вам!